Петрозаводская слюдяная фабрика не случайно названа именем 8 марта. Здесь работает более 3000 женщин. Участок номер 3 цеха штамповки слюдяных изделий давно считается на фабрике одним из лучших. За первое место в социалистическом соревновании участку вручается переходящее красное знамя. А звание ударника коммунистического труда получают работницы участка Зина Ефимова. Таня Сковородникова и Тая Бачой. Теперь из 93 работниц 86 носит это высокое звание. Задание минувшего года коллектив участка завершил в ноябре. Сегодня здесь соревнуются за то, чтобы и второй год пятилетки закончить досрочно.